Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу VFLC, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов на кране зарабатываю токены, ну и, естественно, вывожу в криптомонетах. Сегодня буду делать очередной вывод. И в проекте здесь вот написано на домашней страничке. Я 22 года. Шикарнейший букс. Работает, платит. И платит инстантом. Сегодня админ пополнил кошельки. И есть возможность как бы вывести монеты. Вводить я буду в Solana. Значит, что еще хочу сказать. Здесь вот я работаю на ПТС. В шортлинг я не лезу. Так. И уже ближе к вечеру я на кране. Вот здесь статистика. Это просмотр рекламы. Это у меня ежедневный бонус. Я собираю. А это вот на кране. Видим, да? Так, значит. И по поводу бонуса. Если вы не пропускаете ни одного раза. Сейчас загрузится. То бонус всегда будет вот 65 токенов, видим. Да, если бы я пропустила день, как бы, у меня пошло бы все, как бы, отсчет изначально. Кликаю Claim. Раскатываю капчу. Claim. Все, у меня зачет, как бы. И все. Завтра, опять же, я такую сумму соберу. Кликаю вывод. Видим, что администрация пополнила. Было красненьким, если кто работает. Я работаю здесь абсолютно без рефералов. Так что, как я уже говорила, неоднократно не зарабатываю, только ленивый в интернете. Выбираю Solana на FaucetPay, и C-Wallet. Я на FaucetPay. Так, далее что нужно? Мой адрес надо перейти проверить. Так. Адрес Solana. Надо найти еще. Так, так, где мой Solana? Угу. Сейчас проверю. Да. Так, галочку поставила. Сумма здесь уже стоит. Токенах по умолчанию. Я разгадываю капчу. Вывод. Все, видим, зелененьким тут загорелось. Вот. Произведем. Так. Переходим на кран. Идем. Ой, на кран, говорю, на кошелек. User dashboard. И. VFLSET. Сколько у меня здесь? 239 260 Solana Satoshi. 8 февраля. Все шикарно. Платит инстантом. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, не работайте. Всем удачи, всем пока.